Площадь Совета в 10 утра. Торжественный момент – чествование димитровградцев, занесенных на городскую доску почета. 40 человек, которые своим добросовестным трудом, талантом заслужили эту честь. Мы сегодня с вами открываем доску почета и максимально будем награждать тех людей, которые в течение этого года наш город подняли на некий другой уровень. По этим людям, кто сегодня будет у нас находиться на доске почета, отдельное большое спасибо. В моем понимании самое главное золото в нашем городе, да и в нашей Российской Федерации – это люди. Глава города вручил свидетельство о занесении на городскую доску почета. В числе передовиков – представители разных профессий. Для меня особо приятно, что именно в юбилейный год, 320-я годовщина со дня рождения нашего любимого Димитровграда Меликеса, это почетно. Я сама не ожидала, что это будет такой подарок для меня в этот день. Хочу сказать большое спасибо администрации нашего города, что заметили, что отметили, и что, я так понимаю, что ценят мою работу. Татьяна Елисеева, Юлия Пак, «Наше время».